В эфире ночные картины с Алиной Тереховой и «Лазурная вода». Золотые острова Анри Эдмона Кросса. На картине изображены острова Ер на лазурном берегу Франции. Это почти абстрактная работа, состоящая из нескольких горизонтальных цветных полос, позволяющих различить пляж, море и небо. В качестве отсылки к японским техникам гравюры, в особенности укиё-э, Кросс расположил горизонт высоко, делая море фокусом композиции. Свет, отражающийся на поверхности, выполненный многочисленными золотыми точками, является главным сюжетом. Автор, признанный одним из крупнейших представителей неоимпрессионизма, успешно выставлялся при жизни. Будучи важным представителем своего течения, хотя и не попав в звездный эшелон, он остается ценным среди специалистов и сейчас. В 2013 году на аукционе «Сотбис» одну из его картин продали более чем за 1 миллион долларов. Тем, кто ложится спать, солнечных снов!